I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Возвращение серийного маньяка-электрика. Весь Екатеринбург содрогнулся от новости, что вышел на свободу серийный убийца по прозвищу Электрик. Мужчина освободился после длительного принудительного лечения. Впервые после его ужасающих преступлений Электрика заметил бывший сотрудник МВД. Он пришел в торговый центр «Апельсин» на улице Блюхера и увидел там охранника, который напомнил ему того самого серийного убийцу. Да, в поведении было, конечно, необычно. Различные вот эти конструктивные способы, как можно там, ну вот, убить человека электрическим током, что при применении электрошока сильного полиция может принять, что человека убила гроза. Экс-правоохранитель пообщался с Хабаровым. Тот рассказал ему, что прошел необходимое лечение и оставил преступную деятельность в прошлом. После освобождения убийца проживает в Пионерском районе в 25-этажном доме. Все жители многоэтажки находятся в постоянном страхе из-за нового соседа. «Все ужасно боятся. Мы и не знали, что у человека такое прошлое. Детей теперь страшно на улицу выпускать, мало ли что у него в голове», – говорит одна из соседок, заходя в 25-этажный дом. Большинство местных жителей, с которыми удалось пообщаться с журналистом, признались, что часто видели его в подъезде, он всегда прилично выглядит и всегда здоровается. «Я часто с ним сталкивался в лифте, у него внешность запоминающаяся, выглядит пугающе. Но в целом обычный человек, много раз с ним курили за углом. Год назад он подменял охранников в подъезде и с консьержами до сих пор хорошо общается», – заявил другой сосед. Он также добавил, что Егор часто таскает в дом электронику, которая выглядит как хлам. Когда именно Егора выпустили из психиатрической больницы, доподлинно неизвестно, однако, по словам его знакомых, он на свободе уже более 6 лет. Информацию об этом подтверждает и анкета на сайте знакомств, которую Хабаров разместил в 2017 году. Краткая биография. Электрик, а если официально Егор Николаевич Хабаров, родился 18 мая 1979 года в Екатеринбурге. Он вырос в относительно благополучной и безопасной среде. Была информация о том, что Николай Хабаров, отец Егора, был влиятельным и обеспеченным мужчиной, который всегда заботился о сыне. В школе Хабаров проявлял большой интерес к физике, но считался непопулярным из-за своего характера интроверта. Он всегда был замкнутым и отчужденным. После окончания школы в 1997 году Хабаров поступил в Уральский государственный технический университет, где изучал электротехнику. В 2002 году Егор окончил учебное заведение и устроился мастером энергоучастка на Новоберезовской ТЭЦ. Впоследствии, чтобы поддержать материальное благополучие сына, отец купил ему квартиру с подземным гаражом, расположенную в районе Втузгородка, куда Егор вскоре переехал. Друзья и знакомые Хабарова отзывались о нем крайне положительно. Парень не увлекался алкогольными напитками и наркотическими веществами, не был замечен в проявлении агрессии по отношению к кому бы то ни было и имел репутацию отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Несмотря на это, в общении с противоположным полом Егор испытывал трудности. Он не пользовался популярностью у девушек, так как имел низкий рост, субтильное телосложение и рано облысел. В конце 2002 года Хабаров начал демонстрировать признаки психического расстройства, вести асоциальный образ жизни, вследствие чего совершил первые преступления. В 2003 году Егор Хабаров был арестован по подозрению в изготовлении поддельных 500-рублевых купюр. Однако в ходе расследования очевидных доказательств вины Хабарова найдено не было, и уголовное дело было прекращено. А в сентябре 2004 его задержали по делу об изготовлении мины замедленного действия.
Самодельные бомбы мужчина испытывал на Михайловском кладбище. Взрыв происходил уже через 4 минуты после нажатия кнопки на корпусе. В качестве заряда екатеринбуржец использовал смесь аммиачной селитры, алюминиевой пудры и свинцового сурика. Проволочная петля на корпусе бомб играла роль чеки. Свои взрывы он записывал на пленку в качестве доказательств для будущих покупателей. После ареста во время обыска квартиры Хабарова были обнаружены две видеозаписи взрывов и несколько взрывных устройств, которые стали доказательствами его вины в ходе последующего судебного процесса. Хорошее материальное положение отца Егора позволило нанять ему команду адвокатов, которая подала ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы в Свердловской областной клинической психиатрической больнице, по результатам которой Хабаров был признан невменяемым. Хабарову было назначено принудительное лечение. Спустя несколько месяцев прохождения курса Егор оказался на свободе. Он почувствовал свою безнаказанность и стал страдать комплексом превосходства. В период с 2005 по 2008 год Хабаров продолжал развивать свои профессиональные навыки в электротехнике и изобрел ряд устройств и приборов, которые он решил использовать при совершении преступлений. В 2008 году Егор принял решение о создании преступной группировки. Первые преступления банды Хабарова оказались неудачными. Он обвинил членов своей группы в малодушии и недостатке волевых качеств, после чего разогнал их и набрал в состав группировки других парней. Он установил в группировке строгую дисциплину и пользовался непререкаемым авторитетом, несмотря на свое худощавое телосложение и болезненный вид. С целью снабдить членов банды оружием, Хабаров покупал газовые пистолеты, которые потом переделывал под боевой патрон. В целях конспирации Егор Хабаров не знакомил членов банды друг с другом, поэтому большинство членов этой группировки не знали о существовании друг друга. Точное количество преступников так и осталось загадкой. С целью устрашения своих подопечных, Хабаров угрожал им убийством в случае неподчинения и специально рассказывал им об изобретенных ядах и проводимых экспериментах с электрическим током. Убийства. Убийства стали для Хабарова настоящей самоцелью. Таким образом, он хотел возвысить себя над другими людьми и отомстить. Все дело в том, что Егор, несмотря на достаточную обеспеченность семьи, наличие отдельной квартиры и машины, оставался абсолютно непривлекательным для женского пола. Маленький, щуплый, рано начавший лысеть, в нем, как в мужчине, не было ничего, что могло бы притянуть молодую красивую девушку. И Хабаров почувствовал, как проникается ненавистью к более удачливым и красивым парням. В качестве жертв преступления Егор Хабаров принял решение выбирать частных лиц, которые размещали в газетах и интернете объявления о покупке компьютеров и комплектующих к ним. Свое первое убийство он совершил летом 2008 года. Жертвой стал мастер по ремонту компьютеров 27-летний Влад Порфирьев, в прошлом студент философского факультета. Влад пропал 8 июня. Со слов родственников, Влад ушел починить компьютер своему старому знакомому. Этим самым знакомым оказался Егор Хабаров. С сообщником Сергеем Кочневым они отвезли Влада в гаражный бокс номер 36, расположенный на улице Ботанической, который принадлежал Хабарову. В ходе разговора с Владом Хабаров и Кочнев совершили на него нападение. Они обездвижили жертву с помощью скотча и наручников и убили молодого человека напряжением от импульсного генератора, который Хабаров собственноручно соорудил. Через заднюю левую дверь автомобиля Хабаров подсоединил провода от прибора в деревянном корпусе размером 15 на 30 сантиметров к левой руке и к левой ноге Влада. После закрыл все двери и окна автомобиля. Включил прибор в сеть и замкнул провода на корпусе. Вследствие этого Влад Порфирьев получил смертельное поражение от удара электрическим током. Труп жертвы Хабаров и Кочня вывезли на машине Егора за пределы Екатеринбурга и сбросили в яму в районе 17-го километра трассы Екатеринбург-Серов. С целью уничтожения улик Хабаров и Кочнев обложили тело убитого деревянными ящиками, после чего подожгли. У убитого Егор Хабаров похитил мобильный телефон и ноутбук. После того, как останки погибшего нашли криминалисты, в левой части нёбной кости Влада был обнаружен сквозной след от острого предмета с проникающим ранением в головной мозг.
Язык погибшего был сильно зажат между зубами и высунут на 1 сантиметр. Стопы были выгнуты в подошвенную часть, локти согнуты, а кисти сжаты у подбородка. По версии следствия, убитый после поражения электрическим током некоторое время оставался жив. Но Хабаров и Кочнев нанесли Владу удар в подъязычную область остро колющим предметом, чтобы завершить убийство. Второе преступление Егор Хабаров совершил 22 января 2009 года. Жертвой оказался студент 4 курса Уральского финансово-юридического института 23-летний Антон. Хабаров нашел в интернете объявление Антона о продаже компьютерных комплектующих. После позвонил по указанному телефону и договорился о встрече. Хабаров убедил жертву отправиться в его гараж, где к этому времени находился Сергей Кочнев. Хабаров во время разговора с Антоном предъявил ему удостоверение дружинника ГИБДД и объявил, что студент подозревается в совершении краж компьютеров. Будучи абсолютно не готовым к такому развитию событий, Антон впал в растерянность и добровольно позволил Хабарову и Кочневу себя обездвижить. Хабаров и Кочнев связали его и усадили в автомобиль Хабарова, после чего Егор обмотал тело жертвы проводами, один конец которых подключил к 4 мощным конденсаторам. Вследствие этого Антон получил поражение электрическим током и скончался. Труп убитого той же ночью Хабаров и Кочнев вывезли на окраину города, где сбросили в канаву недалеко от дороги, обложили автомобильными покрышками и подожгли. Скелетированные останки Антона были обнаружены спустя 3 месяца после убийства в апреле 2009 года. Его личность была установлена на основании сравнения рентгеновских снимков челюстей и зубов, после чего было возбуждено уголовное дело и начато расследование. И, кстати, важно подчеркнуть, там же он, получается, Антон приехал покупать что-то, а Хабаров в деньгах не нуждался. То есть это не было убийство из-за денег, это было классическое убийство ради убийства. Арест и суд. Детализация звонков мобильного телефона Антона и анализ сбора информации о его деятельности в сети интернет позволили установить, что Егор Хабаров был одним из последних людей, кто видел Антона перед его исчезновением. Егор Хабаров был задержан 14 мая 2009 года в своей квартире по подозрению в совершении убийства. Во время допроса подозреваемый не отпирался и прямо сказал: «Убийство, которое сможете доказать, признаю». Кочнев настаивал на своей непричастности к совершению убийств. Он заявил, что находился рядом во время совершения убийств, но не принимал в них непосредственного участия. Согласно его свидетельствам, удары током были настолько сильны, что автомобили, где находились жертвы, начинали сильно раскачиваться. Помимо признательных показаний в совершении убийств, Кочнев дал следователям показания по другим эпизодам. Так он заявил, что весной 2008 года он и Егор Хабаров совершили попытку разбойного нападения на молодого человека, который также давал объявления о продаже компьютеров и комплектующих к ним. Мужчина признался, что он и Хабаров пришли в квартиру потерпевшего с револьвером и ножом, но получили ожесточенный отпор, после чего сбежали. Незадолго до ареста, согласно свидетельствам Кочнева, Егор предлагал ему совершить похищение, грабеж и убийство своего бывшего коллеги. Хабаров и Кочнев несколько недель следили за мужчиной, отслеживали маршруты его перемещения, но в связи с арестом и разоблачением не успели совершить задуманное. Все члены преступной группировки Хабарова после его ареста стали свидетелями. Они показали сотрудникам правоохранительных органов несколько тайников, которые были оборудованы в лесу, где Хабаров прятал пистолеты. Среди личных вещей и документов Егора Хабарова было найдено удостоверение дружинника ГИБДД с отметками о дежурствах весной 2009 года, а также водительские права. В ходе проверки было установлено, что удостоверение Хабарова проходило по всем официальным базам ГУВД, не являлось поддельным и было действительно выдано ему в 2004 году. Несмотря на то, что в том же году он привлекался к уголовной ответственности за хранение и изготовление оружия, но был признан невменяемым. Психическое заболевание являлось медицинским противопоказанием для управления транспортным средством, однако Егор Хабаров не был лишен водительских прав. Инцидент вызвал общественный резонанс, вследствие чего прокуратура Верхотурского района начала отдельное расследование в отношении ряда чиновников с целью установить обстоятельства, на основании которых официально признанный невменяемым Хабаров сумел получить удостоверение дружинника ГИБДД и не был лишен водительских прав,
Однако результаты расследования никогда не разглашались широкой общественности. Уровень подготовки к совершению серии убийств у Хабарова был очень высок. Во время обыска его квартиры и гаража следователи изъяли у Егора ряд собственноручно изготовленных им приборов и портативные рации, которые были настроены на частоты, используемые милицией для радиопереговоров. Из 4 мощных электрических конденсаторов Хабаров соорудил батарею, которую использовал для убийства Антона. Чтобы поддерживать конденсаторы в исправном состоянии, Хабаров собрал портативную электростанцию, которая являлась источником высокого напряжения для зарядки батареи. Хабаров планировал устраивать засады для автомобилистов на одной из дорог, ведущих в Екатеринбург, после чего совершать на них нападения. С этой целью он приобрел скрытую видеокамеру и вмонтировал ее в подошву кирзового сапога. Этот видеосапог он собирался поставить на обочине трассы и наблюдать за всеми проезжавшими автомобилистами, сидя за компьютером дома. Чтобы останавливать транспортные средства потенциальных жертв, Хабаров собрал СВЧ-генератор, лучи которого через капот автомобиля выводили бы из строя электротехнику и глушили двигатель. Но Егору в конечном итоге не удалось создать работоспособную версию прибора. Также он проводил опыты по созданию нейрооптической системы, которая посредством световой вспышки воздействовала на область мозга, отвечающую за хранение воспоминаний. С этой целью Егор собрал прибор, используя корпус советской фотовспышки «Луч-М». После ареста Хабаров утверждал следователям, что его изобретение стирало у испытуемого воспоминания и кратковременную память, но никаких доказательств этому найдено не было. Помимо этого, в квартире Хабарова был обнаружен самодельный прерыватель с катушками Тесла от автомобильных систем зажигания высокой энергии и питанием от аккумулятора. Данный факт, по версии следствия, позволял предположить, что Хабаров искал способы совершения убийств через поражение электрическим током непосредственно в автомобиле. Среди изготовленных им приборов был обнаружен блок питания генератора Маркса, который также мог служить генератором для зарядки конденсаторной батареи. На основании дневников и сделанных им заметок следствие установило, что конструкция высоковольтного генератора Маркса с выходным напряжением порядка 1 000 000 вольт Егор занимался с 2006 года. По версии следствия, конечной целью его экспериментов с миллионами вольт была реализация технологии совершения убийств с полным уничтожением трупа. Согласно заключению экспертов, генератор Егора Хабарова вырабатывал напряжение около 30 кВт. С прошлого года при схожих обстоятельствах пропали еще 5 человек. Все они отправились продавать компьютерные комплектующие и бесследно исчезли. При обыске у него нашли газету, в которой маньяк выделил маркером объявление о покупке компьютерных комплектующих. При этом некоторые без вести пропавшие как раз занимались покупкой комплектующих. Были и другие косвенные улики, однако доказать его причастность к их исчезновению поначалу не удалось. Как рассказывали следователи, у Егора Хабарова была собственная изуверская философия. Он отрицал постулат «не убий», считая себя неким Раскольниковым, которому можно убивать. Несмотря на психическое заболевание, убийца был интеллектуально развит и отлично разбирался в технике. В гараже у него нашли несколько умело сконструированных смертельных изобретений – подобие электрического стула из конденсаторов, электрический коврик и даже скрытую камеру, вмонтированную в обувь. На допросах он заявлял, что ему было интересно смотреть, как умирает человек после поражения током. По ходатайству адвокатов, Хабаров снова был помещен в Свердловскую областную клиническую психиатрическую больницу, где была проведена очередная судебно-медицинская экспертиза. На основании результатов экспертизы он был признан невменяемым, после чего в январе 2010 года Кировский районный суд освободил его от уголовной ответственности и назначил ему принудительные меры медицинского характера с прохождением курса лечения в стационаре. В январе 2012 года Хабаров покинул Свердловскую область. Он был помещен в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, где в отношении него была проведена еще одна судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой он снова был признан невменяемым. Сергей Кочнев был признан виновным в соучастии убийства Антона и получил в качестве уголовного наказания 7 лет лишения свободы. За соучастие в убийстве Влада Порфирьева
Кочнев не был осужден по истечении срока давности. В это время Егор Хабаров проходил курс лечения уже в Волгоградской психиатрической больнице с интенсивным наблюдением. После начала принудительного лечения каждые полгода Хабаров был обследован специальной врачебной комиссией, которая определяла состояние его психического здоровья. В начале 2017 года комиссия постановила, что его психическое здоровье заметно улучшилось, после чего приняла решение о его переводе на амбулаторное лечение. Камышинский городской суд, изучив предоставленные больницей документы, принял решение о выписке Хабарова, после чего он оказался на свободе и вернулся в Екатеринбург, где встал на учет у психиатра и продолжил принимать назначенные ему лекарства. После выписки Хабаров сумел социально адаптироваться к жизни в обществе. По свидетельствам одного из его близких знакомых, из-за тяжести совершенных им деяний Егор вел уединенный образ жизни, работал охранником и старался избегать публичности. Он опасался мести со стороны родственников убитых им мужчин. Хабаров предпочитал не появляться в общественных местах и не пользовался общественным транспортом. В начале 2023 года он устроился охранником в один из торговых центров Екатеринбурга, после чего был опознан другим охранником, бывшим сотрудником МВД. Хабаров в ходе разговора с коллегой признался в том, что совершал убийство и проходил принудительное лечение в психиатрической клинике, но пытался убедить коллегу в том, что уже не представляет никакой опасности для общества. После того, как этот инцидент получил массовую огласку в СМИ, Егор Хабаров получил вторую волну известности. Весть о его выписке вызвала общественный резонанс в Екатеринбурге среди жителей города. Они потребовали от администрации города принятия мер по изоляции их от преступника. За Егором Хабаровым установили наблюдение. Полиция заверила, что намерена поставить Егора Хабарова на профилактический учет. Вследствие этого органы правопорядка начали собирать пакет требуемых документов для обращения в суд, который в своем решении введет для Хабарова конкретные ограничения. Бывший заместитель руководителя Верхнепышминского следственного комитета Юрий Иланцев подверг сомнению заключение судебно-медицинских экспертиз, постановивших невменяемость Хабарова, и решение о его выписке из психиатрической клиники. Иланцев заявил, что Хабаров на момент совершения преступлений был вменяем. Егор обладал высоким коэффициентом интеллекта, готовился к совершению преступлений заранее, умело руководил не только своими, но и действиями сообщника. Он полностью отдавал себе отчет и предпринял меры для сокрытия следов преступления. По мнению сотрудников правоохранительных органов, к освобождению Хабарова из стационара с интенсивным наблюдением приложили усилия его родственники, которые являются влиятельными людьми в Свердловской области. В городе после освобождения Егора поднялась огромная волна недовольств. Люди требовали разъяснения, как после совершения преступлений с особой жестокостью маньяка-электрика выпустили на свободу. Принудительная терапия в медицинском психиатрическом учреждении – это необходимая мера, принятая или по решению суда, или при наличии веских причин. Это действие проводится в отношении людей, страдающих серьезными отклонениями в психическом здоровье, которые опасны для окружающих и или совершили преступление. Принудительное помещение в психиатрический стационар не расценивается как наказание, хотя и выносится по решению суда. Цель мероприятия – излечить больного и обезопасить не только его, но и других людей от совершаемых им социально опасных действий. Оно регламентируется УК РФ. При назначении принудительных мер суд не устанавливает их продолжительность, поскольку невозможно заранее определить необходимый срок для излечения или улучшения состояния здоровья пациента. Указывается лишь вид принудительной меры. Сотрудник силовых структур, который знаком с делом, решил дать комментарий об освобождении маньяка. Если специалисты считают, что он вылечился или есть заметные улучшения, то они могут принять решение о переводе больного на стационар общего типа или вообще на амбулаторное лечение, то есть, по сути, на свободу. Волгоградский суд изучил предоставленные больницей документы и принял такое решение – выписать его. Судьи, как правило, не разбираются в медицине и обычно доверяют заключениям специалистов. Скорее всего, сначала Хабарова поместили в стационар общего типа, а затем разрешили амбулаторное лечение. Теперь он состоит на учете и должен регулярно посещать психиатра, принимать лекарства.
В судебной картотеке вы не найдете его дело по изменению принудительных мер медицинского характера. Все потому, что информация о заболеваниях человека охраняется законом. Таким образом, психически больной человек, сколько бы людей он ни погубил, может спокойно выйти на свободу, и вы узнаете об этом только когда столкнетесь с ним лицом к лицу. На волнение в обществе отреагировала врач-психиатр Ирина Савран. Учреждение специализированного типа для признанных невменяемыми преступников – это практически тюрьма, но человека еще лечат препаратами. Чаще всего им назначают лекарства с дозировками нейролептиков, успокоительных, в том числе и тех, которые корректируют поведение и снижают агрессивность, говорит Ирина Савран. Для признанных вменяемыми существует пожизненный срок наказания, для невменяемых людей таких норм нет. По словам Ирины Савран, провести в учреждении специализированного типа пациент может от 8 до 10 лет. Следующим этапом смягчения меры наказания для признанного невменяемым становится амбулаторная служба. Человек становится на учет у участкового врача-психиатра, подразумевающий активное диспансерное наблюдение. В идеале врач контактирует с полицией, которая обеспечивает явку пациента на прием, но на практике часто такие сообщения игнорируются. При этом в случае нерегулярности визитов риск обострения психологического заболевания неумолимо растет. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, сколько на самом деле было жертв у маньяка? Егор на самом деле прекратил свои ужасные эксперименты над людьми? Какова вероятность, что он повторит их снова? Сможет ли общество наконец принять его? Свои ответы оставляйте в комментариях. Но перед этим обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, чтобы не упустить новые сюжеты. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!